покупателями, то у вас в структуре будут только покупатели, которые сегодня делают заказ, завтра не делают заказ, стабильности нет, и, соответственно, прогнозировать товарооборот очень трудно. Да? А теперь внимание на экран. Если мы говорим с вами о квалификации директора, во-первых, средний доход за год, это у нас где-то 600 тысяч рублей, в среднем в месяц 50 тысяч рублей. Так вот, чтобы стать директором, нам нужно сделать объем личной группы ОЛГ 3000 баллов. Если мы с вами будем мыслить бизнес-партнерами, которые выполняют 50 баллов личного объема, то для того, чтобы сделать 3000 баллов, нам нужно сколько человек? Сколько человек нам нужно, если мы мыслим консультантами, которые делают 50 баллов? Правильно, 59, потому что от 60 это вы, да? Итак, 60 человек, и вы уже директор с объемом личной группы 3000 баллов и соответствующими доходами. А вот если мы начинаем мыслить VIP-консультантами, которые делают по 100 баллов, то нам нужно уже не 60 человек, а 30 человек. Вы согласны? То есть в два раза меньше. А если мы мыслим VIP-консультантами, которые делают 150 баллов, то нам нужно еще меньше, всего 20 человек. Согласны? А если мыслить VIP-консультантами, которые делают по 300 баллов, то всего 10 человек, и у вас объем личной группы 3000 баллов, вы директор вот с такими крутыми доходами. Вам это нравится? Я не слышу, вам это нравится? Друзья, вот что вас больше?